Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему, как высшие силы видят вашу пару. Настройтесь на расклад, подумайте о себе, о мужчине, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Оракул сразу же нам показывает, что ваши отношения не случайные, не судьбоносные. В любом случае, вы бы встретились и у вас были какие-либо взаимоотношения. Также оракул говорит о том, что высшие силы считают, что вы очень много времени находитесь не в реальности, в фантазиях, в мечтах. Очень много мечтаете друг о друге, и вы, и мужчина. Строите какие-то планы, идеи, замыслы, но это больше всего только лишь в голове. Также показывает клевер. Трехлистник – это очень хорошая карта, означает счастье, надежда и ожидание. Надежда на взаимопонимание, возможность на развитие отношений. Мужчина очень много думает о вас, вы также думаете об этом человеке. Мужчина добросовестный и чистосердечный, и у него огромное желание сделать вас счастливой. Также показывает очень много вокруг вас, вокруг вашей пары ходит каких-то сплетен, интриг. Очень много кто вас говорит о вас, может быть, осуждает, может, просто о вас говорит, о вашей паре, высказывают мнение друг другу, но это идет за вашей спиной. То есть вам лично никто ничего не говорит, а вот просто идут обсуждения вашей пары. Ну и неважно, в каком статусе находятся ваши отношения, высшие силы видят вас уже семьей. То есть считают, что либо вы к этому идете, либо вы уже семья. Опять же, неважно как, но высшие силы видят вашу пару семьей. Ну и также показывают, что во многом ваши отношения будут зависеть от мужчины. Он показывает, что он приезжает, он на коне, то есть он ведет. Возможно, многие из вас еще не вместе, просто встречаются, либо же в скором времени вы начнете жить вместе, но опять же это все будет зависеть от мужчины. Показывает, что он приезжает, уезжает, и он на коне, то есть во многом будет зависеть от его решения. Еще раз нам карты выдали мужчину на коне. Рыцарь кубков. У мужчины к вам сильное влечение. То есть для него вы очень важный человек. Он хочет идти с вами на сближение. Сближение в эмоциональном и духовном плане. Также мужчина хочет с вами интимной близости. Тоже об этом показывает. Мужчина делает все, чтобы не выглядеть в плохом свете перед вами. Он хочет, чтобы вы считали его самым лучшим, чтобы вы восхищались им. Он хочет быть для вас всем, то есть чтобы делать для вас все самое лучшее, чтобы вы видели только его и замечали только его. Высшие силы видят, что в скором времени для вас, для вашей пары наступит благоприятный период жизни. У вас будет возможность выйти из ситуации, в которой вы оказались. Для некоторых она может быть критическая, для других не очень. Но во всяком случае, не может быть не очень приятная была ситуация между вами. Вы из нее выйдете с успехом. Ваши отношения с мужчиной будут оживляться. И, возможно, произойдет что-то неожиданное. Может, мужчина совершит какой-то неожиданный поступок. Но он будет стараться проявлять себя смелым, честным и настойчивым. Также мужчина считает, что ваши отношения должны быть только ваши личными, и опять же, них никто не должен вмешиваться. Может быть, из-за того, что вокруг вас идет много каких-то разговоров, может, не очень приятных, и до него или до вас это дошло, и мужчина хочет, чтобы ваши отношения были только вашими, только сугубо личными. Но из туз пентаклей выпал высшие силы, видят, что ваши отношения будут крепкими и долгосрочными.
У вас будет внезапный поворот в хорошую сторону касательно романтических отношений. То есть второй раз показывает, что что-то неожиданное произойдет. Вы будете относиться друг к другу с уважением и стараться понимать друг друга. Возможно, вы начнете больше общаться, больше раскрываться перед друг другом. Но высшие силы видят, что ваши отношения, если была какая-то ситуация нехорошая, постепенно начнут налаживаться. И опять же, они видят вашу пару уже, видят ее семьей. Поэтому в ближайшее время, если у ваши отношения шли на спад, то они возобновятся и начнется у них новое развитие. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.